Когда наш пророк, алейхиссалату вассалам, ушел из жизни, народ был в смятении. Все будто ума лишились, не зная, как перенести то, что случилось. Тогда Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, встал и сказал: «Вы знаете это, но повторю, чтобы вы вспомнили. Вспоминание бывает обновление». Так вот, он встал и говорит: «Если кто из вас поклонялся Мухаммаду, то он умер, нет его, а кто поклонялся Аллаху, то он жив». Тогда они успокоились. Если что-то случилось, кто-то умер, мы не должны из-за этого терять сабру. Нам нужно сохранять спокойствие и проявлять терпение. Наши ребята, которые стали шахидами, мы не должны о них жалеть. Мы можем только позавидовать им. Они являются шахидами. Единственная польза от этой жизни, проведи ты здесь 1000 лет или всего 25-30, в том, чтобы в предсмертный миг оказаться в вере, оказаться на истинном пути. Что еще желать тому, кто в последний момент жизни оказался в вере? Разве не должны мы завидовать тем, кто стал шахидом от рук этих разбойников? И поэтому, братья, истинный мусульманин, даже если все умрут, и останется он один, единственный мусульманин, он не даст этим ваххабитам слова, иншаллах. Сегодня Аллах помог, привел меня сюда. Огромное счастье для меня сегодня видеть вас и ваш маджлис. Я Аллах, это ваше подрастающее поколение пусть останется таким же, и да не уменьшится баракат до появления Махди. Аминь.